Видишь мой голос? Hello darkness, my old friend. Самые веселые и активные прогулки почти всегда зимой. Наверное, это из-за того, что я не перегреваюсь. Поваляться в снегу, поиграть в снежки и покататься с горки в пушистой компании – прекрасное времяпровождение. Такие прогулки всегда оставляют море положительных эмоций как мне, так и окружающим. Сегодня я покажу, как прошла фури-прогулка в Митино. Рога печеньки, друзья, поехали! А вы знаете, куда идти? Да. Куда? Да? Примерно в ту сторону. Хорошо. Метро туда, да. Я тогда пошел. A few moments later. Вы уверены, что сюда? Сейчас я пока... Ну, по сути, он, да, с той стороны кусок, и вот с той стороны. Что, идем обратно? Через сугробы не хочу. Я хочу. Кинь меня в сугробы. Да, мы заблудились и в итоге чуть-чуть опоздали на сходку. Но прием все равно оказался очень теплым. Организаторы подождали нас и встретили. Спасибо. О! Садись! Размерчик побольше принес? Да. Я нашел маленький. Ну, маленький. Не нос, не надо. Оторвешь. А где моя печенька? А, дай! А ты догони! Дай печеньку, я не буду за тобой бегать, я упаду. Дай печеньку. Это не торопи. Дай печеньку! Дай камеру скушаю. Не кушай камеру, не кушай камеру! Ну не кушай! Что по жопе бьете? Ой, печеньки. Я сейчас не войдет в меня. Бордон! Меня обижают, меня снежки кидают. А я просто тут ходил. Ты ходил, а тебя я никого не трогал. Да, вообще не хорош. А меня это обснежили. Без головы. Голова вот отдыхает, я кушаю. О, везет. Вот тоже есть хочешь? Не, я хочу в сугроб. Хочу нырнуть. Ух ты, какая штука. Я тебя и такого не видел. А почему ты лысый? Я? Да. Заболел рак. Сколько? Ты пришел, собака? Да. Я Сеня. Я не собака. Смотри, это муха, это зимняя муха. А ты муха? Да, хорошо. А? Это Валера. Валера? Ага. Ты храни его до дома. О, а у тебя жопка большая, смотри, здесь жопка есть. Мне нравится. О. О.
Печеньки есть? Печеньки? Дай печеньки. Дай, а где-то вот, там их там есть, я тебе говорю. Я конфискую. Буду искать там печеньки. Ему. Печеньки дай. Это фурчатка, это не бак. Я требую печеньки. Голова лишняя. Это голова это ему. Моя голова. Нет, дай, мне она нужна. Да, о, здесь нужна. Лапы мне держать сказали. Я хотел ее использовать. Как для чего, с каких целей? Хотел здесь этот снеговика сделать. Ой, ха-ха. Эй, качет женщина, я не смогла пойти. Не-а. Нет. Нет. Часто появляются вопросы на самих прогулках и в комментариях, а где булочка, почему она не гуляет? Джей будет ходить на мероприятия, но перед этим доделает свой фурсют на Элли. Поэтому как только он будет готов, хотя бы партия, булочка появится на фуре прогулках. Ой, ух ты! Это подойдет к моему костюму какому-нибудь? Какому-нибудь? Я знаю, какому. Меня можно будет пристегивать к кровати теперь? Тебя, мне, да. Что, тогда жду в гости и будешь преподавать курсы пристегивания к кровати. Я теперь не свободен? Нет. Ну как так? Я приехал свободным енотом. Милка, меня взяли в рабство. Милка! Как на вершине тебе? Нормально. Нормально? Нормально. Тебе? Мне классно. Жопа только прилипла. Высоко сижу, далеко гляжу. Мне жопа прилипла. Да. Сейчас будем отдирать. Давай все вместе. Так, не-не-не, давайте по очереди. А. Дай за ушко укусу. За ушко? Да. Ну кусай. Вот, хорошо. Я надеюсь, ты доволен. А меня за ушко укусил. А-а. Вот та ушко. Штука. Здрасте, дорогие друзья. Жаль, что вас тут нет, так бы всех сожрал. Ага, отлично. Сердечки в глазах? Ой, очень мило. А тебе не громко, когда так трогают? Громко. О, это твоя слабая сторона, я понял. Тебя можно коготком потрогать и буду оглушать. Чё, почему я ножу ног вот ставили? Вы извращенцы. Ты яйца откладываешь? Я так и понял. Это после того, как мы с тобой повалялись там, да? А, ну так быстро, ну хорошо. Я скоро папой стану. Эрик, держи поводок. Поводок? Да. А кто на поводке? А где поводок? А кто поводок? Корни енот. Так, ну ладно, пойдем, а то мы так и будем валяться вокруг нас. Что происходит? Ну блин! Что там было? Милка ревнует. Я твой хвостик хочу потрогать. Ага, это оторвешь. Не оторву. Я уважаю чужие хвосты и жопки. У тебя странные комплименты, но жопка правда хорошая. Ой, тут кто-то прошел мимо, я в него попал.
Эрик! Ты живой? Живой. Рот, отойди. Можно я в тебя вытрусь, я ведь в снегу? Зачем? За что? Не вытереться. Я тебе перчатки вытру, ладно? Нет, давай я лучше от тебя. Ну не пачкай меня. Иди буду. Ладно, ладно. Там-там-та-дам-та-там, да-да, скатывайте. Ха, ури скатились. Эрик, скатывайся. Ну, все, это конец. Хейтеры победили. Эрик скатился. Ты даже заметил, что у него печеньку поменяли? Да. Меня чешут. Чешу я, у меня теперь... Печку не трогай. А, это, извините. Я только живосик. Ты организатор? Соорганизатор. Я бы тебя пожаловаться. За что? Мне письку потрогал. Что потрогал? Письку. Мою? Нет, мою. Я? Не ты, там. Кто? Люди плохие. Покажи. Я не вижу. А как? Конечно, это все шутка, но помните, что анатомия фурсиюта может отличаться от человека, который в нем. Если жопка занижена, то на уровне животика будет нечто иное. Будьте аккуратны и не попадайте в такие неловкие ситуации. О, можно на тебя сяду? Я хочу штаны мочить. Нет. Сумерки. Ты нашел нашу кладку? Ты яйца откладываешь? Что это за чехольчики? Это чехольчик. Какой он странный. Это бабушка. Это вывернутый хорек. Сова? Да, вот. Я думал, хорек. Да не, это хорек. Да. Потрогал. Это он. Все, бан. Бан. Повсюду. Вход запрещен. Сейчас оформим. Он случайно. Он не лапка. Да. Тебе понравилось. Тебе меня булить начал. Смотри какой, а. Сейчас же стой. Еще и организатор. Тогда я всем расскажу. Включи. Вот, говори. Туда нельзя, а туда можно. Даже я поласкать. Нет, нет, нет. Я поласкать. Давай потом. У тебя металлик. Да. Дай потыкаю металлик. Конечно, можно. Что, металлик обожаю. Все, я потрогал металлик. А у тебя пузико мягкое. А у меня пузико. И снежная. Да. Можно я под елками поваляюсь? Только недолго и давай беги скорее. Так, хватит Милку это. Ну, в принципе. Всем привет, это Джейкоди. Я давно не выкладывал ролики. Сегодня у вас фотка. Подписывайтесь на мой инстаграм, твиттер. Теперь с тебя печеньки. Да-да. Я сейчас ухожу, поэтому не передам. Так, я кому сейчас передам, бабушка, чтобы не потерять. Ага. Передай, спасибо большое, дай тебя обниму. На. Это чье? Это подарок. Опа. Я дал колечко Хаясу, сказав, это подарок.
а он подумал, что ему. И забрать теперь не могу, и вроде как подарил Дариной. Случайно, конечно. Божечки, какая же неловкая ситуация. Что у меня был в наручниках? Приятно. Морду мою смял! Сокращай расстояние со мной толпой, пожалуйста. Я вот выгуливаю. Вот выгуливай быстрее, пожалуйста, а то за тобой... Быстро не выгуливать, не получит удовольствие. Что ты делаешь? Смотри, я выгуливаю. Кого? Вот. Вроде твой сын, ну или дочь. Это твой батя? Нет. Вы похожи, у вас есть общая черта, нос одинаковый. Я по носу узнал. Папа! Ну, гулял. Я не знаю даже, что сказать. Как я мог вообще, насколько я был пьян? Зато смотри, какая красота родилась. Это красота? Я к себе заберу. Отлично. А тебя только что избавили. Да. О, кстати, видно твой глаз. Дай пончик. Не дам. Ты собака, ты не ешь пончики. Собаки не едят. А еноты тоже не едят. Едят. Нет. I've come to talk with you again. Гуляли мы целый день, и на улице уже начало темнеть. Через канву и слезные протоки, когда светло, видно достаточно хорошо, но когда темнеет, то гулять в сьюте практически невозможно. Тем более, если у тебя подсветка глаз, становишься абсолютно слепым. Можешь сейчас со мной небольшой видосик, типа, привет передать моему другу? Ну, просто. Давай. О, спасибо большое. Можешь мне тоже другу привет передать, пожалуйста? А, давай. А ты можешь заграничному моему другу передать привет? Да вы издеваетесь. Единственное, что было неудачно в этот день, так это я потянул мышцу или нерв защемил, не знаю, не разбираюсь. В общем, от того, что кувыркался, у меня заболела шея, и не мог неделю поворачивать голову налево. Ужасное чувство. Сейчас все хорошо, я жив и здоров. Сама прогулка, организация и маршрут были великолепны. Спасибо организаторам и всем участникам мероприятия за веселый и пушистый денек. А также спасибо и тебе за просмотр. Рок и печеньки, друзья, и до скорых встреч!